Как таки? С Доником вас давайте... только двое будет. Я вернулся, чё? Вас только двое отделение. Будет? Ну, меня двое, можете все кто угодно к нам заходить, я не против. Можешь прыгните тогда к Шульману в отделение, чтобы вам проще было, а, если ну, вы первый окей, раз давай. Тоже нет, не первый раз. Горс, да, но... Горс, давай-ка я вам этого своего братца отрежу. Ладно, Ми, пусть, если пусть Шульман и его команду... Прайс, давай, давай выше. Так понимаю, к Вану они уйдут вместе с чехами. Во, а мастер возьмет второго. Так, лучше. Мип. Мип, моров будет 4 штуки. Ну и надо выделить им отряд где-то в моем взводе. Давай тебе третье отделение моров и остальных иностранцев. И все остальные? Кто именно? Около нет. Кто там с ним обычно бегают? Да ладно, моровцы уже как родные. Так, скажите, а куда можно встать? Какой слот? Ник назови и куда хочешь. Ну, у меня тут есть свой вот максимум, если можно. Как бы, я с ним не играю, но уже. Вперед. У зеленых командовать желающие есть? А ты самим хоть раз командовал, Ми? Угу. Че, желания нет? Повторно. А красными кто? Крича, оставь за зеленых. Да, кстати, ну, можно. Уходи. А, ну, и за зеленых можно крича, да. Зеленых о, точно, давай, ставь крича, я снайперку возьму. Мип, так как моров поместим? Третье отделение к тебе. Окей, тогда Иракес. Здесь? Да. Освободишь мором третий? Спасибо. Прикес, может, за зеленых взвод возьмешь? Нет, спасибо. Лучше. Я на замов стану вместе с Фантастишем, не хочу командовать. Не-не-не, эти закрыты. Ты меня не перекинул. Возможно, случайно. Мип, куда сербов ты направлял? Сербов к Вану. Это красные или зеленые? Красные 1-3. Окей. Банник, цервени 1-3. Вен. И в Морс. Вен. Все его Ван зовут. Чё фантазишь, это... куда пойдем? Ван это один, а Вен это вот именно Вен. Куда хочешь. Давай к морам, их не так много. Два человека, все. Откройте слот в СНГ, 10 место, стрелок. Прайс, ты плагин поменял? Хорошо. Стрелков в последнюю очередь занимайте. Открытые, более толковые. Смотрите. Помнишь, перезапуститься? Да так, ладно, надо уже заканчивать. Один слот и трое не выделились. Найти вас. Но у КСБ есть три слота пустых, закрытых. Зеленых? Да-да-да. Плюс еще пара человек. Если хотите, идите к нам кого угодно на три вот этих слота. Только пулеметчики не трушите. Какая страна атакует? Зеленая или красная? Ну, судя по слотам, красная. Слушай. А, у нас один боец не может занять слот, у Фрэнки занят без спроса. Можно его согнать как? Это куда смотреть, где? Это красный 1-3. А, красный 1-2, 14-го отдали. Откройте, стрелка. Пожалуйста. Фрэнки, вообще, слот закрытый должен быть. А, у него слот закрытый, и это же, по-моему, это серб, нет? Ну да. Это серб, который слот просил, да. Всем привет, а. Успеваю, нет, все не мип. Фрэнки, хе? Спиваешь, без, заходи. Спиваешь. Передайте, чтобы отделение с морами занимал. Ладно, гранат. Мастер, повтори. Гранатомет. А что за отделение? 8, 1-3, 8, 16 это открыто или что? В атаку переход. Мип. Повтори, Ракес.
Восьмое, 18-е это открытое отделение. Я заму его, может, это плюс выиграем. Занимайте. User left your channel. Дальше, давай выше. Сколько вас Цезар? Там? Ну, сейчас человек 4 будет, я думаю. Там, может, маслят каких-нибудь возьмут. Нормально. Цезарь. Красный Цезарь внизу. User left your channel. Так, ладно, давайте оставшиеся за зеленых. Нет, слотик один остался. Будем начинать. Там будет слот. Там будет даже не один слот, а много слотов. А, зеленый атакует? Слотов внезапно оказалось больше нужного. Пооткрывали. Переем. Что так баланс 12 на 35? Нормально. Считаю, что слотов сколько там? 40 на 17. Или это открыто? Сколько всего на карте? Что, у нас будет респавн? Нет. Ага. У вас будет 10 жизней. Не, ну давай, что, как в Red Orchestra можно захератить. Цезарь, ты здесь, Цезарь? Ты хотел узнать, почему я внезапно оказался не на слоте. Погнали в атаку. Сейчас. Комнату. Не трогал. Мы сам как-то. Ладно, похуй, тогда я укатываю. Давайте по каналам расходимся. Будем начинать. Гибаника. Гибан. Гиманулка. I'm sorry, I cannot read it. А, Гибаника, are you here? Или... Да красных еще есть? Гибаника, блин. Да ты ваншотник. Красная сторона 1, зеленая сторона 2. РСГ в сторону 1 ушли. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. Так, зеленые, у вас командир взвода пустует, все устраивает. Конечно. Я, конечно, могу занять его. Расстреливайте. Ради ствола. Тушные. Хорошо, я тогда буду стартовать. Ушел на канал. User left your channel. Точно никто не хочет покомандовать? Да точно, точно. Ну, значит, а когда кто-то хотел командовать? Он есть мазохист. Мазохист. Все, привет, кого не видел. Она не стоит. Здорово. Я, ну, вот, тебя с днюхом можно было с прошедшим, да, поздравить? Ну, 13-го еще было, да. Типа, поздравляю. Спасибо. Зер. Что? А почему здесь есть DLC-шное что-то? Кто? DLC-шное что-то. Тут что это такое? Там объекты могут быть DLC-шные некоторые. Mm. Они не игровые. А, это моя миссия, где броня на этот аэродром, блин. Ну да. Ну, бля. А где та самая зона, на которую нам нельзя выезжать? Yeah. А что такое? Подождите, зеленым запрещено заходить в синюю зону до контакта, выходить за черную черту и атаковать красную зону. В общем, где все в прошлый раз мы забанили. А вон по центру карты такая незаметная выпуклость. Это, может, наверное, какой-то. Кто-то считает, что это линия электропередач? Ну, отделение пойдет на западную точку, там есть, там займем позицию. Короче, тут ничего не прорисовано. Короче, хуй пойми, какую-то херню нарисовали. А, Тера? Что? А можно... А не, забей. Можно. Да. А, вот черная черта, всё, понял. Это по центру которая, да? Угу. Тера, ты командир отделения? Да. User left your channel. А где синяя зона тогда? Кто мне скажет?
синяя, которая красная, наверное, это как... это как Могилевка, которая... Что-то там... Я не помню, как там миссия, где... Один город... Город в миссии был неправильно назван. Которому нужно было ехать, и каждый раз перед миссией поправляли все. Что на самом деле он иначе называется. Крыш, ты, получается, уходишь за черную линию? Нет. Нет, черная линия — это где моя метка. User left your channel. User left your channel. User joined 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 your channel. Отделение Терры, идем на военную базу сразу же. Не лутаем. User joined your channel. User joined your channel. Молимся Аллаху, лутаем эту хуйню быстро. User joined your channel. User joined your channel. Ой, на газельке поедем. Мне подтормозит, я что-то закидываю в сумку, но не попадает мне туда. Потому что ты взял чью-то сумку вместе с кем-то, когда только я не успела пролагаться. Нет, я имею в виду, я в сумку закидываю, а то не попадает. Но она как совпадает. Я понимаю, я понимаю. Ты взял чью-то с кем-то сумку. Я сбрасывай и беру другую сумку. Вроде нормально. Да? Это Терра здесь? Последний. В газельке. Все, вино в газельке. Да, да. Так, какая рация это будет? Да, погодите. А нам туда можно? Да. Да можно. Сто раз ездили. А, ну ок. Тут разгружаемся. Гранатомет. Все идите к казарме. Встречайте у дороги. Я газель развернул. Что? А у меня нет карты. А тебе куда нужно? А, да где? Чешир, ты чё не снайпер-то? О, супер дома. А чешир, чешир. Чё? Тише, тише. Почему ты не снайпер? Тише, тише. Чего, почему ты енот? Енот! Вот, вот просто хороший ответ. Надо тоже запомнить. Че? Че не открывается? Мы, в принципе, можем пройти дальше, блядь, спокойно. До тех домов. Там еще зона не начинается. Где Тера? Тера с газелькой мучается. Ну и смотри-ка, эти домики-то прекрасны как. Не, а там какие домики? Разве там такие же прекрасные домики? Посадить, чтобы он спину врезал, да? Блядь, до следующего домика... Вон Тера бежит, по-моему. Тера, смотри. Там до следующих домов можно дойти, там черная зона еще не начинается. У тебя карта есть? Пойти? Я просто запомнил. Да конечно. Если хотите, а можете пойти вдвоем с кем, с пулеметчиком. Кто со мной хочет, пойдем, пошли. Погнали. Кто со мной хочет, я на пошли. Кто у них командует, МИП? Если не ошибаюсь. Значит, я успею пойти чаёк себе сделать. Смотри, будешь сидеть на другой стороне дороги, в принципе, и просто это поеду через нас. Если кого-то подождем, то подключишься. Угу. Там в бой не завязывайся, просто отстрелялся, потом убежал. Hit and run tactics. In Soviet Russia we hit and run. Ну вот тут до этих домиков добегаем, мы тут ждем. Зер, конечно, гениален, сделал дождь в пустыне. Ну, чё тебе? В пустыне дождей не бывает, что ли?
Ну, как бы нет. Откуда там браться в воде испаряемой, если это пустыня? А он то здание, которое факторка. Это оно... все, нет, дальше мы идти не можем. Так, а смысл тогда здесь тусоваться, здесь же возвышенности, если нет. Ты на другую сторону можешь перейти. А он то здание еще можно, да? Он то здание, оно ходибельное. Да, будет. То здание можно, да. Тогда я пошел туда. Давай. Что это было нахуй? User joined your channel. User disconnected from your channel. Десять, двадцать, один, тридцать пять, запись. Один успею стрелять и умру. А, блядь, как всегда. User joined your channel. Так, я на крышу найти, смогу подняться. User left your channel.
User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User left 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 your channel. User joined your channel. And I also think that this is what's called the saxophone. We're back on Crypto Quarter.
User left your channel. User joined your channel. User left, user your, left channel. Your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. Чешир. А, Чешир. Чешир. Ты так не шугайся. Ты слышал выстрелы, да? Ну да, в принципе. В принципе, можем уже шариться где хотим. Угу. А то я что-то сижу там, это самое. Немножечко какаю, что там. Что-то как-то не по кайфу. Я уже тоже какой, давай вот занимай вот этот домик. Угу. Здесь не попадешь. Так, здесь не попадешь, да. Вот тут попадешь.
Поглядывай, чтобы на эту улочку никто не вышел. На которую улочку? Ну вот, чтобы в лоб нам никто не вышел. Я думаю, они сейчас пехоту пустят. У меня там ствол не торчит из окна? Да вроде не видать. Угу, хорошо. User left your channel. User joined your channel. У тебя никакой оптики нету, да? Вообще. Да, какой оптики нужно тебе? Пач. ДП что? Только непонятно что или кого. Твою там мать. Они походу с моей позиции заходили. У меня сквозь дом видно было сейчас. Они в доме, на втором этаже там. В этом большом сарае. Из гофрированной херни вот этой. Четко. Да. Он там по второму этажу бегал. У меня его сквозь дом было видно на пару секунд. Так, нас сейчас обходить будут. Снайпер работает. Уходи. Меня куст засосал. Пиздец. Может, посъебам отсюда? А чеши? По-хорошему надо. Пойдем. Все равно. Бегом. Можно уже по сути обходить, кстати, так-то.
КамАЗ вижу, чешир. Компасом, блядь, конечно. Чешир. Я КамАЗ видел, вон там, он туда поехал, в ту сторону. Вон там где-то уже, за холмами. Интересно, где снайпер? Да, мне тоже интересно. Я думаю, их можно обходить уже. Подожди, давай еще отработай. Тогда я убегаю. Вот там шибко далеко, да? Чего еще раз? Вон шибко далеко КамАЗ был, да? КамАЗ? Да. Тут далеко. Он за теми холмами, за зданиями, скорее всего, проехал. Пошли, они... Да, они нам обход опять делают, походу. Ну, они все на этой факторке, походу. Ну, конечно, не все, но много их на факторке точно. Можно уже здесь их, кстати, встретить, скорее всего, будет, поэтому надо аккуратненько. Нас видят здесь? Да, видят уже, походу. Давай вот за это здание. Уходим и... тогда. Да-да-да, вот так пошли. Нас было бы, конечно, сложно не заметить, учитывая, сколько выстрелов из РПГ мы сделали. Ну да, надо начинать его догадываться, что... Я так подозреваю, что снайпер на бочке какой-то сидит. Блять, тихо. Слушай, они рядом вообще. Судя по звуку. Зеруинг надо выставить. Слышишь, Енот? Да. Иди сюда. Смотри. Это здание? Сейчас мы туда оттягиваемся метров на 100. Угу. Потом уж будем. Блять, здесь прятаться негде. Ай! Чешир! Тут прятаться негде. Я вот тоже выбежал за забор такой, и оп, а прятаться негде. Ну, слушай, я прям вангую, что на том здании есть хотя бы один. Ну да. Урюк. А снайпер, слушай, я снайпер один слышал выстрел, это скорее всего наш. Кричина, походу, но слышал я его где-то оттуда вообще. С той стороны. С их тыла, походу. Не, понятно, но просто сколько их, и смысл ему так далеко находиться от основной группы. Я так подозреваю, что это уже кричина их обходит. Ну чё, идем? Потому что их-то снайпер вон слышно. Слышно, что оттуда их снайпер работает. А откуда второй оттуда издалека работает, непонятно. Чё, кто не рискует, тот не пьет шампанского, давай. Наверное, обходить их. Смысл нам торчать все равно. Немного. Нихера себе! А, не по старой позиции, наверное, бьют.
по нашей старой дюхе. Ну, значит, они сюда смотрят сейчас. Опа! У них интересно, сколько снайперов-то. Может, сюда поменяться? Ух ты! Что это было? Интересно, это по нам было или это было по ним? Скорее всего, это было по нашему снайперу. Потому что они-то, скорее всего, в тех факторках тусуются. Я говорю, у них в тылу снайпер работал. Судя по всему, не их. У них корда есть? Да, по-моему, хотя бы не камераса была. Судя по... Да, кстати, да. Так, ну-ка, что у меня с боеприпасами? Если что, у меня навалом. Так, вижу, вижу, бежит, вижу, вижу, бежит тело. Бежит. Понять, свой нет. Да, вон там. Далеко бежит. Видел, да? Угу, видел. Вот где сейчас дым просеивается. Баба. А ты думаешь, это опрометчиво туда бежать, пока там такие дела? Да, пока там слишком замесно. Смотри, бегает кто-то во дворе. Там же. Только что промелькнул. Типок. Нам бы вот этот хаммер бы зажечь, а? А у тебя есть чем? Есть, конечно. Ты сколько брал с собой, охренеть? Так, давай вот здесь я на второй этаж попробую подняться. Давай, я тебя крою, если что. Не сейчас вспомогать буду. Заходи, заходи. Да я зашел, блядь. Ни хули он там попал. Где? Не понял. Где есть-то? А, вон ты где зашел. Я подходи, поднимаюсь, не стреляй еще. Че? Че там, где? Вот смотри, подожди. Видишь, вот я смотрю туда прям на холме. Ох, ни хрена себе! Вот это? Ты про вон тот? Да-да-да. Охренеть! Это все они, что ли? Ну ты вряд ли до туда дострелишь. Вон они, смотри, в бочках бегают. В бочках бегают, в этих? Да-да-да, за бочкой. Блять, надо к ним идти как-то. И хочется, и колется. Смотри, у нас ствол кто-то стреляет. Давай попробуем проверим, блядь. Что проверим? Видишь, он там кто-то стреляет. Нет, ну давай посмотрим. Слышишь? Нет. Выстрелы я только со спины у нас сейчас слышу. Я вот сейчас видел, слышал, точнее, выстрелы это у них с тыла. Вон снайпер, слышишь, работает он оттуда. Это вот тут еще работал сейчас. Туда трассы летят. Куда ты указывал? Я тоже. Ух ты, смотри, прилетел сюда. Блять. Еще раз, че? Это глаза стоит, пиздец, блядь. Но. Видят, 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 прыгнись. Я их вижу. Можешь пострелять по ним? Хотя с такой. Блядь, где ты? Ну я хуй его знает, что делать. А, конечно, на ту сторону дороги перебраться, так? На ту? Да, на ту сторону дороги.
А если ползком? Как-нибудь. А? В принципе, можно подождать, пока стемнеет. А это, ты уверен, что это раз... Да, у меня даже часов нет, а нет. Часы есть. Ну тогда и мы-то нихера видеть не будем. Да и космос. Там разберутся на небе, да, кто свой, кто чужой был. Ну так, если умрешь, ты чё? Че делать? Которым? К тем? От них попытаться. Да. Ну, так-то да. Ну так смотри, с их стороны летят вон в ту сторону. Трассеры зеленые. Так, ну да. Ладно, что-то попробуй пробежаться. Или проползти. Ну попробуй проползти, а? Смысла нет, по-моему. Короче, заметят. Смотри. Думаешь? Я давай почти попробуй. Уверен в этом. Ох, давай. Ну, давай. Смотри, встречаемся. У бочек? У бочек. Ага. Да чё встречаемся, я с тобой поползу. Если чё, друг друга трупиками будем прикрываться. И да, если что, у меня патронов навалом в рюкзаке валяется. И в рюкзаке. Вато, стопус forever, эссе. Гострикон. Надеюсь, там никто не будет кричать «Снейк!» А, нет, это другая. Или что это? Я не помню, какая серия это. Блин, если нам сейчас это удастся, то мы просто будем героями. Ну чё удастся, мы сейчас на кого-то топорим, тебе пиздец. Вот я про то же. Особенно учитывая мою везучесть.
Да вроде они все сюда даже уже не смотрят, никто не постреливает. Даже прикол. Подключаю, то ли по нам стреляли, то ли шальная пролетала. Угу. Еще. А, вот и понял. Готов. Чё? Готов, отдохнул. Что-то затихло все. Видишь труп? Что еще раз? Труп? Вижу. Да, вижу труп. Трупы видишь, да? Да-да-да. Может, броники есть? Давай, до для них. Ну, поглядим. Еще интересное.
это ты все-таки работал, значит, да, я угадал. Да, я еще тех поработал, которые сейчас стреляют, такие, блядь. И, короче, тут были, отошли все на западе, куча просто вон там вот было. Ну да-да-да, это так. Снайпер фидерский. Остался, сумел его найти. Надо мне АКМ взять, у меня патрон включают еще. Я смотрю, два дауна бегают, думаю, блин, как бы не застрелили. Да я Чеширу сразу говорю, там, скорее всего, свой снайпер наш, то есть, работает у них там в тылу, потому что... Да, меня там мощно накрывали, но я убег. Да-да-да, трассеры видно было. Ладно, попробую на запад сместиться, у них там два ДШК стало и куча народу. Да это понятно, мы туда же шли, по идее. Они не только, не только с твоим выстрелом были, они еще, смотри, левее были, вон, вот прям вообще за полями бегут. Да-да-да, я КамАЗ видел. Я не знаю, куда они делись. Все там ли, КамАЗ проехал, там КамАЗ вон туда уехал, в ту сторону. А, окей. Я на первом этаже, если чё. Чисто. Убивать их или нет вообще? Кого убивать? Ну, сидеть и хуярить там. Блин. Окей. Бля, как тут забраться? Изберешь. Пошли, проведу, пошли, проведу. Ты на то имеешь в виду? Да забей, я отсюда поработаю. А, ну хотя ладно, здесь тоже нормально. Все, все, понял. Короче, я работаю, если чё. Чё, все вместе держимся тогда? О, вижу маслят. Да, кто здесь? Ты, ёпта. Чуть не упал. User left your channel. Не видно уже, сюда не видно. Они выше. User joined your channel. К сожалению, здесь так никого и не накрыли, походу. Угу. Ну вот здесь вот, прямо вот здесь вот пробегал, на втором этаже вот здесь прям пробегал один. У меня его сквозь здание видно было, походу лот какой-то другой загрузился у здания. Я его на долю секунды успел увидеть. Я их не вижу. Мы тоже их отсюда уже не видим, надо смещаться. Я, короче, на запад пойду, попробую, посмотрю, что. Мы как будто знаем, где запад. Ну вот там где-то. Точнее, восток. Греч. Греч! Греч! А! Поля. Ну их там немного, их там человек 7. Я говорю, что, может пойдем лучше это, по другой стороне дороги? И Сони? Ну вы можете пойдете прийти, а я все-таки этих как-нибудь накрою. Они там просто КамАЗ стоит, они в любой момент съебать могут. Походу сейчас съебу. Где КамАЗ стоит?
А там у них стоит, у этих типов. Ну пошли тогда туда с тобой, мне гранатомет есть. Техника, техника. Это не КамАЗ был, это был этот Хамви. Да пофиг. Какой Хамви? У них нет Хамви. Или есть? У них есть Хамви с М2. Ну ладно, не суть. Машинка какая-то. Где Чешир? Чешира проебали. Сзади он вот. Это уже трупы, аккуратно. Вон они, впереди там. Так, выглядишь, если все увидишь, смотри. Да, вижу. Че, будем работать по ним, нет? Судово, не, я думаю. Да, далековато. Меня. Надо пройти вон там, понизу. Какого хера он встал? Чего они там? А. Вон там надо пройти, по низине. Да, как, можно, куда мне показывают рука? Хер пойми. Прям понизу до Талова. Снайперок — это мой клиент. Аккуратно, тут открыто. Вон их толпа там сразу. Это понятно, что их там толпа. Чё, Кречь тогда оттуда пошел. Мы отсюда, может, постреляем их. Я уже отсюда их могу накрывать. Ну и они меня тоже могут, конечно. Не слышите? Чего говоришь? Мне интересно, сколько метров. А, интересно. По-моему, от нас что-то хотел кричать. Пойдем к нему тогда, наверное. Я не знаю, это после минут только работать начинать. Он нам машет. Пойдем туда. Он нам машет. Что интересного скажешь? Будет? Да, вон он идет. Ну, если он будет работать, пусть работает. Я пошел дальше. А, ладно. Короче. Слышно меня сейчас, да? Короче, Кречик сказал, он пошел дальше и говорит, если ты будешь работать, работай. Давай, отстреляй, стреляй. Я давай тоже по ним поработаю, я их могу отсюда накрыть хорошо. Только зеро их надо выставить на 300 метров где-то. Че, работаем?
Там двое или трое живых на той горе, а остальные отъехали налево. Угу. Речь, сколько до туда? 200. 200 ты гонишь? Да. Дальше там. 200, у меня на 200 пуль летит. Блять, я что, все выше стрелял, что ли? Там тип лечит одного, стреляю дальше, даю. Ага. Блять. Ща, вон он ползет. Сейчас выползет. Оттуда. 300, я же говорю, я вообще на 400 брал риск. Вон он тип. Да-да-да, я по нему и стреляю. На холме. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Прямо надо мной! Это откуда? Да это тоже типара, по-моему, типец. Под машину же лежит. Сука, не вижу! Сраное подавление, блядь. Крещ, я ранен. Но ты, скорее всего, мертв. Я бы больше одного магазина стрелял, это радует. Да, вот и уровень счастья измеряется в отстрелянных магазинах. Там сзади свой был. Меня ранили. Свой был, вот дурачок, а, ё-моё. Ты его убил? Да, ну а чё он нас стрелял, чё мне было ждать? Пока... Понятно. У меня есть еще медицина есть в разгрузке. Видел, сейчас попытаемся побыстренько это все сделать. Угу. Давай, я в тебя верю. Ты же читал эту медицину, да? Есть что, ты мне подскажешь? Кожа, учащенное дыхание, боль. Так, еще раз, что первое? Бледная кожа. Бледная кожа, это мне нужен физраствор. Салайн, который... да, салайн вроде. А я все, у меня все есть, если что. Прессионку возьмем. User left your channel. User joined your channel. Так, уверен, да? Физраствор? Да, да, от бледной кожи это физраствор. Физраствор. Учащенное дыхание у тебя было еще. Учащенное дыхание? А, вроде... Я еще не сделал, подожди. Смотрим. Так, осталось у тебя. Осталось... боль.
боль снимается этим, ну, промедолом. Там, возможно, да, возможно, несколько раз нужно. Ну, в смысле, два раза. Шикарно. Сейчас должен отдуплиться. Угу. Так, я отдупляюсь вроде. Да, я жив. Да. Да. Bitch. This is how we do it. Woo. Ты где, Крич? Ты где? Вот зло. Я не знаю, как его. А, ну его заднюю убил. Вообще не понял, откуда нас начали стрелять. Потом догнал. Стреляли в нас тот чел, который стрелял из-за горы. Он может убить через холм нас. Понятно, но убил-то нас тот, конечно, понятно, да, сразу. Да. Че, пошли там двое где-то остались живые. Потому что, эй, короче, подожди, у меня... там куча их. Стой. Так, у меня еще трассера остались на снайперке, я попробую вычислить их. Помоги так, мне справа. Сейчас я скажу, сколько у меня патронов, посмотрю. Так, от РПК до хера. Три человека там. У меня до хера патронов, если что. Работаю, помоги мне. Сейчас, сейчас погодь, не на позиции еще. Вижу их. Ага. Ай, блядь, по нам работают, уходи. Уходи, Крич. Слушай, а можешь дать мне ПСОшник? У меня это после ранения очень долго отхожу. Слушай, дай, стой. ПСОшник можешь дать? Может, у меня есть. У меня есть ласточкин хвост, может у меня налезет. Блин, если налезет, это будет вообще просто шикарно. Ну-ка. Писан ли СВД у меня? Ну. Блин. Я его выбрать не могу. А, не налазит. Ладно, на, обратно. Вдруг патроны найдешь. Там снайпер, да, был же у них, но. Где бы добраться еще? Так, ну я вроде. А, нет, все еще моргает по краям. Иди сюда. Угу. Короче, они скрылись за холм за это. Ты прикроешь, а я добегу. Вау. Так, как тебе, в каком плане, короче, стрелять просто туда? Если они выпрутся из-за холма, постреляешь, чтобы он обратно отошел. Ага. Ну, или дай трассе. Так, ну если меня смаслят, конечно, я тут не виноват, окей? Чё? Если меня смаслят, я пытался тебя крыть. Да, нормально. Отойди, если тебя будут стрелять. Хорошо. Не вижу. Блять.
User in your channel timed out. Твой креч. Ух, тебе верю, котлета. User left your channel. Какая потная катка, охренеть. О, мать. Какой-то мы уже херачимся-то. Как это я удачно! Слушай, слушай! Чё? Чё? Смотри, у тебя бинокль, найди бинокль кого-нибудь быстрее! Сейчас попробую. Короче, там я двух масленков, которые тут были, убил, а остальные по полю бегут, можно с их СНСВТ сейчас отработать. У меня бинокль бы найти. Блин, и тут есть карта и компас, но я не могу их поднять почему-то. Сука, их же до хера тут, почему ни у кого нет? User left your channel. Да. Ох ты ж, бери СВД и половину патронов. Чё, у него тут навалом? СВД. Ну, у него 11 патронов тут. 11 магазинов, в смысле? Бери СВД-ху. Не, бери СВД-ху, да, кому ещё, блядь. Так. У меня патроны есть. Так. Блядь, какой хер он берет, по-моему? Что, дерьмо? Ты еще жив, братан. Да, тут живой один лежит, слушай. Тут живой один. Они по мне начали.
Где они? Вперед посмотри. Близко? Я... Нет, далеко. Хер пойми, смотри, где. Смотри, с вот этой твоя работа. У меня патрон нет. Че? Вот патроны, вот патроны лежат. Да, сейчас я... спрятали. Компас есть? Компас есть. 250. Вон, пусть видишь, капсула такая, опора. Вот около, за этой опорой и около нее слева стало. Вон там лежит один слева, смотри. А, там УАЗик, да? Это... живой? Да, да, да. Там живой один, может, добьем? Забей, че он лежит. Или вылечим? Чем его лечить? Да по приколу. А, слышь, да он сдох, наверное, он боговал. Как, ты жив? Он не отвечает ничего. Ну, слушай, он, наверное, забаговал. Попробуй его добить. И не сможешь. Что баг. А, нет. Вот я попробовал вылечить, он не лечится. Опа. Как это удачно. Слушай, у меня теперь еще карта есть. Я с него не мог ее взять, потому что он был живой еще. Все патроны оставшиеся спиздил, да? Вроде да. Правильно, правильно, да. Так, сколько у меня патронов-то для нее? Много, да? User in your channel, timed out. Там УАЗик. Да-да-да, там УАЗик. Смотри, смотри. Ты что, видишь тип там? Пока нет. Я убью, погодь. Вижу, вижу, вижу. Блин. User left your channel. Они, смотри, User joined your channel. Между двух вот этих опор бегают. Да-да. Горизонта. Надо какой-то... двое типов. Прикрой, я пошел. Давай. Если они вот по тебе начнут стрелять, будем стрелять в них. Убил. Красава! Там еще один! User left your channel. Почему тут уже ничего опасности нет? Да, я видел. Ехали. Угу. Не знаю, возможно, тут кто-то остался. Пошли аккуратненько. Да, я очень сильно сомневаюсь. Они... ты там до последнего смыслил которого, они, скорее всего, поняли, что дело плохо, надо валить. Я не знаю, я их тут немного видел, я всего человека 3-4 видел. Поэтому...
Я одного всего убил, остальные уехали, что ли? Да, скорее всего, потому что они там около него бегали-бегали. Они около него бегали-бегали и свалили. Окей. Сейчас посмотрим. Тут наши могут сейчас нас прижать. Это да. Чтобы не попадаться. Блин. Такая СВДха вообще жесть, мощь. Я там в одного типа, который вон там вот был, я с первого раза шмальнул. Так они без броников, чё, конечно. Вернись в строй. Он на 500 или на 600 метров. Девятый, класс. Держи строй. Шестой, вернись в строй. С ней расстояние легко определять. Точнее, удобно. Чешир, в тебя демон селился, ты у меня постоянно говоришь. Девятый, вернись в строй. Чих-крич, вас путаю постоянно. Уже не жилец. К сожалению. Там какой-то один масленок с одним КамАЗом лежал, вот самого первого, я его убил. Я не знаю, может, это миг был. Вообще он один. Во! Впереди два типа, видишь? Пока нет. Погоди. Три. Не знаю, кто это, СРПГ-чка. Погоди, давай заряжем и я посмотрю. Посмотри, вперед, ёптвою мать, на 270, я не знаю, кто это. Похоже, что это свои. Хотя нет, это свои. Видишь их? Да, я вижу их. По-моему, это не свои. Они смотрят на зону, походу это не свои, слушай. Да, мне тоже кажется, что не свои. Смотри, до них 450 метров, наверное. 400, нет. Давай. Чё, маслим? Ну сам решай, я пошел слева. Девятый. Я начну стрелять, назад. Это точно не свои, а шестой. Так сам решай. Держи строй. Погоди, они уходят оттуда. Они за БМП спрятались. Короче, я пошел слева, если чё, стреляй. Я стрелять могу сейчас? User left your channel. Скажи, что ты жив, черт подери. Пожалуйста. Да, кореш жив. Отлично. Thank you.
User left your channel. User left your channel. Свои, Креч, Креч, свои. Креч, если ты меня слышишь, свои. Свои, 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 свои. Так, смотри. Тут взяли, возможно, не здесь. Там склад местности, возможно, два типа. Остальные, человека 3-4, около дома, который горит, за ним бегают. Пятый. Вернись в строй. Бегаешь, не знаю. Точно враги? Шестой. Да, вернись в строй. Они в сторону. Блин, по-моему, это точно враги. Сочные вроде были, насколько я успел заметить. Смотри, тут два типа могут взять. Слушай, а это вроде свой лежит. Да, это свой. Это свой, а вот эти враги были, кому вы стреляли. Ага, понятно. Смотри, аккуратно, здесь может быть еще враг около тебя. Устах, понятно. Складка. А ты куда сейчас? Наверное, надо почти, только отсюда их не видно. Да, здесь ни черта не видно. На твою позицию, вон, к самолету. Смотри, смотри. Они блять. В доме в самом доме. Понял, погнали туда тогда или что? Что еще раз? Вдруг там кто остался? К тому самолету, в смысле? Нет, кто остался с той стороны. Я посматриваю, если что. Они внутри дома, один пытался прибежать, его вроде убили. Только там тип наш сидит в бункере. Может, наш шмальнуть. Смотри, подходим к дому, закидываем гранаты в него, и все, и сидим. Ага. Калаш возьму только. Так, давай-ка я тоже тогда СВДшку сменю. Они заходят в дом. Одного. Технично, ты, блин, дикий просто. Около... В бункере. Видишь бункер? Нет. Вот, прям впереди. Справа от Хаммера, это бункер. Коричневая коробка. Понятно. Следи за ним. Пробежал один, в дом. Это я свой. User left your channel. Прости, Креч. Прости. Прости меня, Креч, пожалуйста.
User joined your channel. User joined your channel. Чё, говно, ну это просто такое говно! Ну, ты видел это говно? Я, кстати, заметил, вот этого говна стало больше именно на каптерейне, чем на... Я не знаю, все время через перила какой-то он взял, переступил у меня, причем я, ну, не переступил, а провалился и полетел дальше. Я слышал. Там два человека осталось, ну. А я, сколько нас их осталось? А ты один. Серьезно, я один остался? Да. Охренеть. Да там вообще мы их просто на голову разбили. Я первого Миба смотрел, это, оказывается, Миб был. Я так и понял, что это лысый он. Не знаю, что он один делал на КамАЗе в одно харет всех. Он пошел вообще. О, Папа Ванечка. А мы совку барону, а? Не, я, наверное, я пойду, короче. Давайте. Шульм, этот Мип, это не лучшая миссия. Может, взять другое что-нибудь? Это то, что мы сейчас сыграем. Какая страна оборона? Вот первый день. Можно за оборону отделение взять, пожалуйста? Четыре человека будет. А сколько первое длилось? У меня еще рекон есть в запасе. Но что играть третий, я потом не знаю. Слушай, первая почти это... 2 часа шла, охренеть! Oh, рекон это тупо лоб-лоб, да, где через... Да-да-да, на Провенграунде. Папа-фану! Вернись, давай, кошка. Можно КСБ открыть, Альфа-1, 3 пулемет, си и зеленые? Это ведь оборона, да? Да. Сейчас посмотрим. Зеленые — это оборона. Да, остановитесь. Откройте, да, пожалуйста, одно отделение Авальфи 1-2 за зеленых. 5 человек, легион. Так, открываю взвод и... Кто командовать будет? Я командую зеленых отделением. А, это парни, СЛГшники, из вас кто-нибудь снимал, когда вы через аэропорт шли от вашего лица? Отсулот с собой возьмешь? Ван, ты можешь? Вот это вот, как вы шли через аэродром, вот через летную полосу, стреляя. Это надо это просто на эту эпичную музыку. Это эпично идти. Было, да. Орлик, Рамира, Снэйк, заходите, зеленый. Чешир, а я когда со СВД стрелял и начал, я хоть кого-нибудь смаслил из нее? Да, ты смаслил несколько человек. Мип, я к тебе на медиков встану. Я смаслил, в принципе. Давай. Я последний остался. Да у меня там взлетало. Кто смаслил кого, что? Ну, Креч там настрелял с этой СВДшки, блядь. Да, Креч вообще дико настрелял. Он, наверное, 3/4 потери, блядь. Он половину убил, просто красных половину. Это... Какую половину? 3/4? Он весь второй взвод убил. А, отделение на 4 человека СВ, пожалуйста, можно? Есть желание на хэмбрах прокатиться? За красных? За синих Альфа 2-2. Камера СМ2. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. А сколько хэмеров там? По-моему, wow. 2 штуки. А КСБ это чехи, да? Так, и у нас остались кто еще? Мип. 2 и более человека. Слушаю. Разреши это в 1-2. Зеленая стрелком. Ты там слот закрыл СВЛ к легион. У вас командир взвода пустой. Во, слушайте, командир, реально. Назначьте. Лег, от вас будет кто-нибудь на командира взвода? Не слышу.
Ладно. Так, смотрите, они расходимся ушли, по каналам. Где-то сторона 1, зеленая сторона 2. Да, смотри, там этот Фостер думает, что он прессует в следующий раз, блин. Легион. Вставайте на командира, где он с командиром? Я командир. Вставай, занимай командира. Окей. Так, слышишь, Снейк? Так, сразу... поднимитесь кто-нибудь на командир отделения. Снейк, смотри, как только начинается игра, да. Ты уже бежишь к бункерам, которые, ну, ты их увидишь, да, зелёных, да, и воруешь там ОГшки. Не, и все... Гвин, давай поменяемся. Давай. И все такие слышат это. Становишься вором в законе. Нет, нет. Своровав энное количество ОГшек. Блин, да. Блин, мип спалил. Не хочешь ли снайпера дать? Мип спалил. Да, да. Хочу снайпера, хочу снайпера. Ладно, чё, какой слот мне брать? Тут что-то я не вижу. А, не знаю, я сейчас... Сам открой, сам сядь, что-то боишься. Можно второго снайпера открыть, в принципе. Сейчас я мип спрошу, 5 сек. Так, зелёный, у вас все готовы? Мип, можно я за зелёного второго снайпера открою? Все равно там у сейчас у USMC там все равно поголовная оптика у всех. Может, второго снайпера открою себе. Где ты здесь USMC увидел? SBSF? Ну, SBSF, там у них все равно оптики до хера. Это же Поп Иван. И да, кстати, у них будет один этот Recon Squad же у них есть. Ну, ладно. Марсок, который. Я второго снайпера открою. Открой. Угу. Спасибо. Так, только смотрите, если вы полезете прихватывать нас, да, понятно, не понятно, устраивайте понятно, такую же хрень, как на Шапуре. То есть а подключайте Шапуре к этому больше свои силы. А то устраиваете сдерживание пары наблюдателей, а все остальные кукуют. Да, по-моему, это делаете тоже. Все, ушел, начинать будем. User left your channel. User joined your channel. Так, Фелс. Данда на гранатометчик встань. Данда? Да, молодец. Данда, все, зашел. Ой, жопа, пачаны, у них крещ, чешир. Ой, да нас. За Марсока. За Марсока. Они будут там в миллион лет идти к нам. Не-не-не. Даже учитывая, что МИП командует, они вряд ли будут миллион лет идти. А, Креч пойдет нас всех убивать. А, займем позиции снайпера, ну, как обычно. Пойдут куда-нибудь с помощником гулять. Нормально, высоту будем просто держать. С чем пойдут? ПБОшником? Смеешься? Нет, с помощником, с помощником. Я думаю, ПБОшником. Откуда на СВДшке ПБОшники здесь? Hello, hello, привет. Привет. Understand? Russia, no, no. You know what? Да. Only vodka. Тут же у них будет отряд, который если уничтожит, мы победим, да? Да, Барсок вот этот как раз, который внизу там у них сам. Я эту миссию забрал, но ни разу не играл. Все время на хмерах хуяч. Я тоже. Я хочу попробовать как раз. Ну, прошлая миссия вообще эпичная была, капец. Да ну эпично, зашли со спины два. Чё ты выпища? Я между вами там ныкался, между врагом и вами, блядь. Вы на нашу сторону бугра, вы по мне хуячите. На другую сторону враг по мне хуячит, так и бегал туда-сюда, блядь. Ой, лол, в Street Fighter кросс-платформенная игра, лол. Правда? Да. Не знал. Ты знаешь. Классно. Не, погоди, бесишь, а как, в смысле, ты за кого был? За оборону за кого? За вас. Погоди, а когда мы типа тебе стреляли? Вы в шлангу зашли, вот где-то они на КамАЗе потом вперед ломанулись. Uh-huh. Вот я когда там далеко были, я на нашу сторону перейду, и меня с домов начинают херачить с нашей стороны. Или там, где вот на этом сидели еще, на блокпосте. Меня с блокпоста оттуда херачит. Я туда перейду, они меня оттуда херачат издалека. Я вот туда-сюда и бегал, блядь.
А в итоге-то тебя кто убил? Да КамАЗ подъехал ко мне, я уже думал, все, надо на них выходить, пошел нахуй. С криками ура, нахуй, стреляю во все стороны, блядь. А, так это ты стрелял во все стороны? Ну, мы хоть как-то продам свою жизнь, блядь. И хитрые пулеметчики так не думают. Ехидные пулеметчики чуть своих не перестреляли. Ну я имею в виду ехидные пулеметчики, вы были для нас не своими, так что. Енот, ну что, на старый собор? Так. Ангар, помнишь, вот здесь вот сейчас метку поставлю. Я погоди, еще не прогрузилась карта. У меня почему-то карта Черноруссии пока что только видно. Сложно. Это бы сложная миссия, честно говоря, для нас. Держать высоту. Где наша ебаная высота? Да, высота. Это жопная миссия, капец просто. Высота в лесу, в ебенях. Я бы не сказал, что это высота даже. Ну да. Можно я спрячу куда-нибудь? Мы постоянно хамерами-то вот все выкатывали, между старым и новым, да, обстреливали ее. Че, частота? Я напишу тогда? Я уже писал. А там укрепление есть или что-нибудь в этом роде? Да, есть. Чура не мои. Там их дохера. Там их дохера, да. Ну тогда самое хорошее мое. Два язика. Так, у нас получается... Все укрепление. У нас получается взвод пулеметчиков и еще один взвод с двух отрядов. Ну тогда, я думаю, до частоты достаточно. ЦТУ, кто там из ваших с нами сел? ЦТУ, поставь мне... Они не говорят по-русски. Блять, маслин поймал. Енот, где этот спецотряд? Лейден, you coming with me? With my так, squad? Значит, один снайпер идет на север. Так, это у нас Гриндей уже поставил. Второго снайпера лучше посадить куда-нибудь. Либо в бок, либо на юг. Бесполезно. Я вижу замок. Замок зуб это бесполезно. Бесполезно. На зубе один раз. Снайпер лучше. Куда я? Ну, пулеметчики сидят в зоне. Пусть лучше сюда какой-нибудь снайпер отправить. Пулеметчики будут в этом леске на зоне прямо. Енот, где у них спецотряд? Где у них спецотряд? А я без понятия. Не помнишь? Нет, конечно. Он где-то рядом с нами же. В кабайне, по-моему, не. Можно минуточку, вот я скажу Лейдену. Лейден, и ферме. Курва. Курва, не подавляем. Он не из тех. Он вообще этот бразильянец. Аргентинец. Что-то такое, да. Он аргентинец, не надо, я знаю. У них тоже там, помню, сервера свои, что-то вроде. Да, у них там миссии годные делают, говорят. Меня Оракл туда зазывал, но мне что-то лень. Лут все не, сложно. Не пересдается. На им играли. Ну, знали, в один раз, а может не один раз, а СПН сидели на зубе. И оттуда снайпер поливал свинцовым. Может, они на питках точных сидели? Ну, этот нет. Мы сидели, мы проиграли. Они нас посадили на них. А у нас один УАЗик с этим, с пулеметом. А теперь вопрос, кто сидел не на питках точных? Андрей, есть зуб? Драченый. Кто Васьки берет? Попован драченый. Куда сам сядешь, куда снайпера подсадишь? Сейчас разберемся. Да. Окей. Я слышал Сокола. Да, окей. Так, what the fuck? What the fuck? Я один с Васиками. Ну, давай. Давай. Забирай. Патроны. Забирай. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Так. Ладно, оставлю. Другому.
хера снайпер без компаса? А, сука. Короче, оставлю-ка я его там. Конечно, что я должен делать-то? Так, если это... С той стороны, с той. Now at this moment, you're not new. He fucked up. User joined your channel. User in your channel timed out. По сути, там он должен быть вон там. Я неправильно думал, но... там ведь. Ну там. Там. Окей. Трясёт вот эта херня.
User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Аутизм достиг своего апогея просто. Уже опускаться. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Я пытался вас найти, чтобы отдать вам этот сраный УАЗик. Все, когда у меня нет ни карты, ни компаса, у меня нет рации, у меня нет, в общем, счетом ни хера, чтобы я хоть как-то смог сориентироваться и привести его.
УАЗик, он не может 10 километров выдавать по лесу, но не так. Он должен больше выдавать, ну что за бред-то? Что снайпер понадобится за эти патроны теперь. Пока выстрел начнется, буду здесь куковать, а дальше на выстрел пойду нахер. Ну я ж могу их не услышать, правильно. Далеко этот сраный попуван. Так, надо запомнить. Значит... Каким... Так. Ориентиров нихера еще нет.
тебя, а там противник будет. Чаны, я вас нашел, я вам УАЗик привез. Да, прекрасно, УАЗик, УАЗик. Прекрасно. Сраный поп Иван, я его ненавижу нахер, эту миссию, просто ненавижу. Я еле сориентировался. Прекрасно. Второй УАЗик там еще стоит. Там еще второй УАЗик. Можешь по карте показать, где это? Ах, так. Где сраный? Вот оно, вот здесь вот. Видишь? Понял. Вот тут второй УАЗик, туда гонца гони. Так, я Фелтис. Фелтис. Я здесь останусь, короче. Фелтис, прием. Заглушу. Где наш УАЗик? Ты где наш УАЗик? Я. Арина, где? Ты не поверишь, ты потом стрим посмотришь, Тикин, сколько я ебался, я пытался найти этот сраный поп Иван. Сейчас случайно просто на него глазом наткнулся, вот на эти, на бункеры. Вон там я был, возродился около кирпичного здания. Там. Подожди. Командир, ты ракетницу видал? Так. Где ракетница? Вон там была только что ракетница. Вот куда я автоматом показываю, вон там в небе была ракетница. Ты на 7 нажми. Так, понял. Можно там рукой у нас показывать. Два отделения смотрим. Так, короче, УАЗик, подгоните слегка левее. Слушай. В ёлки, вот в те. Ацелот, есть связь со снайпером вторым? Я ему патронов привез, если что. Связи со снайпером нет. Просто в этих УАЗиках там по 10 магазинов к СВД лежало. Я себе 10 сначала взял. Наблюдатель, который был в замке, с лестницы упал. У нас медик есть. Я медик. Так, садись в УАЗик. Просто. Кто? Чё? Медик, садись в УАЗик и гони быстрее к замку. Сейчас. В этом... Бесич, давай я с тобой, поехали к зубу. Давай я за пулеметом. Давай. Никого не задавлю, все отошли. Погнали. Благодаря зеровскому ограничению искусственной скорости по пересеченке в 30 км в час, я не уверен, что мы успеем до него доехать, пока он с кровью не сечет. Смотри, еще не работает. Отлично. Нас сейчас убьют, я уверен. Если ты же умеешь лечить, да?
Сейчас научимся. Ладно, пошли пешком. Да, я пешком. Блин, надо заглушить двигатель. Погнали. Главное не забыть потом, где этот сраный УАЗик стоит. У тебя рация есть? Нету. Нам еще наблюдателя надо найти. Да если с лестницы упал, то он внутри замка. Тут больше нет лестниц, вроде как. Ты сам не упади, погоди. То у меня медицины нет вроде. Где ты там, болтус? Вот он. Говори симптомы, я тебе... Ох, как бы тебя сейчас самого не забаговало. Говори симптомы, я тебе буду говорить лечение, способ. Подожди, я сейчас жгут наложу на всякий случай. О, ребята, вы пришли? Мы, да. Так, симптомы, запоминай. Процедура, компрессионный бинт, обезболивающее физраствор. А ну тогда сам делай просто тогда. Давай, компрессионный бинт накладывай. Что там дальше было? Потом обезболивающее. Стой, погоди, подожди. Еще раз это, его обследуй. Запоминай. Обезболивающий физраствор. Вот, обезболивающий, а потом физраствор заливаю, все. Промедол, да? Да, промедол. Там уже стрельба пошла. Хамера. Да, я слышу. Где этот физраствор? У тебя есть? Да все у меня есть, я же медики. Да, ну все. Блин, как бы тебя сейчас самого не пришлось лечить? Или ты бы не откинулся, ты очень на краю сидишь в лестнице прям. Ты сейчас если санишь, скорее всего, отпустишь его. Что мне делать? Привести его в чувство? Да, приведи в чувство. Или погоди, стоп, это, исследуй его. Снова. А, снять жгут надо. Жгут сними. Да, сейчас я жгут сниму. Сейчас он меня скинет, да. Нет, вроде у вас для их места есть там. Серьезно? Так, я ожил, но мне что-то пусто ходит. Погоди, ты ожил? Ты медика скинул? Ты медика скинул, понимаешь? Медик умер, все. Слышишь? Ты медика скинул, он умер, все. Я медицину снял. Что еще раз? Ты медика с собой скинул, вытолкнул с лестницы. Он живой вообще? Нет, он умер. Пизда его, ну, хуёво, блядь. Короче, медик сдох, он упал после моего чудесного спасения. Ну, потому что меня на лестнице. День падений с лестниц, твою то мать. Чё, ты где? А, чё? Ты где? Здесь я, наверху. Так, мне сказали, что тут где-то УАЗики должны. УАЗики, да. Чё, оба пригнать на базу сказали? Да. Погнали. Так, один УАЗик, где мы его оставили-то? Мы его вот здесь под замком оставили. Нет. Где-то я. Так, где поп Иван? Там, правильно? Да он сдох уже, ну что ты всё? Поп Иван, где? В каком направлении? Он где-то здесь УАЗик должен быть. Не тебя спрашиваю. Так, все, просто мне постоянно целот бухарит. Где УАЗики-то? А где? Вон! Первый УАЗик! Он стоит.
Ага, ты второй бери травку. Да, ладно. Давай, вези на Купуван сам. Я не доеду до этого второго Купувана. Второй раз, в смысле. Я не доеду до него. Марсока здесь нет. Очень не хотел сейчас встретиться. Женщины хотели, потому что красавчик, потому что от я сильнее. Я не могу дать чего бью женщины детей. Правильно, снова бью женщины детей. Я сама утверждаюсь. Если твой кот насрал тебе кроссовки, если твой кот насрал тебе любовь, возьми за носу. Насунь мешок у ёбка, не улетает ли в строгу. Все. Алло, привет. Привет. Грин, посмотри на этого чувака, Грин. На, патроны тебе. Для СВДшки. Я выложу в этот УАЗик. Грин, вы сам, два брата, отрабатывай. Да. Грин. Да. Где он, твоя тишина? Сейчас, спасибо. Пошли. О, брат, акробат, привет. Мы уже подъехали, два камеры поставили. Да, да. Да. Так, где противник-то? У меня нет компаса. А с севера ты смотришь? Да. Боезапаску полнейте, власть. Ты патроны взял, кстати, от СВД? Слышь? Так, а стой, здесь просто стрельба по мне. Грин, Дэй, ты... Это шальная пролетела. Ты взял патроны из СВД? Да, от СВД? Да, все, да, отлично. Так.
машину. А, значит. Зачем? Не объясню. Серёжа. Блять, забыл уже. Чего-то так сильно обливает сердце кровью. И в снег, и в метели козы писать. Тебе нужно, чтоб ты злал, а он будет кровью. А не как мне в сраной пене. Thank you.
Умри, убей, сука. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Поворачивайтесь, балбесы.
User left your channel. User left your channel. User left your channel. Аллах Акбар. 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 О, ну за что меня-то? Ну за что? Ну за что? User left your channel. User left your channel. User left your channel. Атака победила, как неудивительно. Так. Ну это пиздец весело было. Да я говорил, что она дисбалансная, меня никто не слушал. Мне МИП месяц назад обещал, тоже добавить в броне компасы. Да что там компасы, то есть УАЗик с ПКМом прикупали? Пойдемте в общий. Вот давайте в общий, это МИПу скажете. А, ИТР, Легион, я одного из... Понял, что там? МИП, где обещанные компасы? Это была славная победа. Зер, по поводу этой карты, как насчет разбить систему укрытий в ней? И вот эти вот текущие нужно... Как насчет того, чтобы убрать эту карту? Не, карта, кстати, мне нравится. Ну, вот эта высота всегда, с укреплениями. Ну ты всегда за атаку смотри. Играешь, поэтому тебе нравится. Ты за оборону хоть раз играешь? Радостью собираюсь за оборону, подмените меня. Оборона ее два раза как минимум выиграла, обсуждали. Здесь, вот да, так, сейчас я выговорюсь и расстановкой займемся. Убейте Марсок и, в принципе, миссию победить люди. Укрепления от осколков совсем не защищены, а брусы, скажем, открытой стороной к противнику расположены. В итоге с них работать очень рискованно. Особенно вот как раз к подстволам. Кстати, все бусы какие-то такие, что это, что люди не могут через них сверху работать нормально. То есть через брустер сверху ты подстреляешь толком, особенно вниз. Ну да, пули перед собой выходят. Руки приподнимать не помогу. Ну иди приподнимай, постреляй сверху вниз. User joined your channel. Так, я по видел, поводу что у нас такие расстановки. Зеленые один взвод плюс пулеметное отделение целиком. И синих тоже что-то вроде одного взвода. Из, думаю, двух отделений. Это же Алга, грубо говоря. Да, за заправку. Можно я возьму Альфа 1-2 медика? Я умею лечить. Чё ты меня лечишь? Обидно. Давайте распределимся и посмотрим. Открою. Хотя пулеметный еще. Вот пулеметный я забираю. Обожаю вот, пулеметный. Неровно. Снайперов давайте я прикрою у синих. Уж больно он тут с болтовкой. Чрезмерен. Тогда у вас тоже убирай. У нас СВД. Можно. Ну и что, оптика сана какой-то. Это оптика. Бронежилеты. Так у вас тоже. У нас нет. Снайпер-то убрали. Соотношение по количеству в коробке. Ох ты, тоги. Место сделайте. Место под солнцем. Так, а теперь расстановка. Называйтесь, кто. СБ занимает пулемет, да?
У меня, в принципе, почти все ушли, у меня там только один остался, по-моему. Сажай ко мне одиночка или кого хочешь вообще. Так, похоже, зеленых пулеметное закрываю. Синих тоже убираем пулеметное. Количество смотрим. И... Плотняемся. Так, зеленая сторона добавила, по идее, да? Я займу медика. Сколько есть из 3-4 человек группы у нас? У меня есть. Вот зеленые, остановитесь, пулеметные. Фантастиш, давай туда. Блин, я ракет, можно с тобой? Нет. Блин, туда или куда? Зеленый внизу, на 2. Ну, Лиза, за. Так, еще кто? Места не нашли. Ну ладно, иди, давай. Муров надо куда-то. Давай, открой пулеметное отделение у синих, я встану на склада и Моров посадишь. Меня я риски знаю, я с ним смогу объяснить, что как делать. Это у синих, да? У синих, да. Давай, может, я все, второе знаю, отделение почищу для вас. Ну, второй отделение, ты имеешь в виду Альфа 1-3? Синий Альфа 1-2. А. Ну, если Мора поместится... Смотри, я третье отделение открываю, остановись, посмотрим, как выглядит. Мора тут они? Сколько их вообще? Сейчас поделим. А внизу склад Мор. Оракл, хай. Всем привет. Даб, ты ту? Зик, хай. Yes, Оракл, are you from toilet? No. Даб, can you go to... Are you from toilet? What? To channel 1. Follow me. Follow me to Mystery Land. Он на Linux, не иди за ним. Сломает тебе сейчас что. Malware запустит. Чего? Ну, malware, это же этот червь. Этот... Червь-пидор? Да, который. Wow. Который вирус, вот. Я вспомнил название. Соку, надеюсь, тебе микрофон работает. Ну, вообще здесь. Работает. Точно. Мне кажется, вы меня обманываете. Ладно, кто в какой канал? Ну, походу, непонятно. Все в общем, не парься. Старта не будет. Видно. Куда мир делся? Я бы сходил за сторона 2, это типа зеленые. Мип. Это что, он зеленых? Моров сидит. Зеленых ну, больше, знаешь, зеленые атака, это логично. Ну давайте так и сделаем. Но тут как бы снежный бой, там перекрестный. Снежный бой. Снежный бой. Снежный это снежный зима какой-то там Первой мировой войны, так, когда здесь. Там французы с фашиками какие-то. Подскажите, если еще кто не закончил. Зеленая атака? Мип. Да, зеленый стороны. Встречный бой. Встречный бой. Зеленый. Тогда в общий канал. Или как? Давайте по каналам. Зеленая сторона 1. Синяя сторона 2. В итоге все пришли вот так. Конечно. Написано так, все пришли вот так. User joined your channel. Угу. Прям как в GTA-шке звук. User joined your channel. Так, нужно командиров отделений и санитара. Мастер, от своих направь User на командира. Или что? Куда? Первое отделение. Могу санитара занять. Я могу второе занять, вот Таня. Духово на санитара поставить. То есть как-то так. А что за санитар, медик? Поставить? Санитары идти, да? Сухой, давай. Mm-hmm. Да-да. Медика. Медика. Каштанка на команде отделения, а то фантомечек. На этот медик. Выше. Это уже что, занят. Выше? Можно на место. И был. А там? Да. Рандомет возьми. 1-2 отделения.
Ну тут же выше слот займи. Сколько я на прошлой миссии добрых слов сказал про то искусственное ограничение. Мне, может быть, тогда поможет как гранатометчик взять? Сух. Скорости. Да возьми. Так, вот складом Альфа 1-2, второй фаертинг, то есть занял, то есть склада будет заниматься. Там же стоит командир отделения, значит занят. Так, все. Включение. Каштанка, мастер готова, да? Да. Ирокез, пулеметы. Да. Старт. Трин-трин. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Вот, по сути, сейчас надо только шустренько взять медикаменты по минимуму и сразу вообще прям ранее кал внестись в эту заправку. Вы, ну это так. Не, можно еще их бежать встречать на перерез. Бежать и что? На перерез можно их бежать встречать. А, ну, кстати, тоже вариант. Но... А давайте... Я бы к заправке сбегал. Что-то на юго-западе стартую. Назову. У нас, считайте, один взвод. Один взвод у нас, блядь, три рации, ставь одну частоту, хер или изъебываться. Вот я и говорю. 65 целых, и шаг минус 5 целых. Ну, на карте, на карте. 65 минус 5? М? Первый 65? Где? 55,0. Слушай, если мне уже напиши на карте, я просто уже сон ни хрена не понимаю. Написано. Тарт. А, мне... Блядь! Я услышал крича. Давайте лутаем самое нужное. А, нахрен лутаем, а лугуем. Кто-то да поспрашивал, никто. Так, у вас... Посмотрите насчет на перерез пойти. На юг, на юго-восток. То есть всеми силами тебе. Взводная проверка МИП. Да вон там МИП план все равно. Какой план, нужно просто бежать? Так, а куда бежать? МИП, 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 Яркес, у кого есть карта? В какую сторону бежать? В какую сторону бежать? У меня вот 10 скоро. Какой, иди к командиру. Блять, какой командир? Надо бежать уже. Пачаны, вот кого хлопаю. Мариса, у тебя забаговался. Рюкзак, поменяйте с кем-то. Сбросьте и возьмите другой. Вот ты тоже. Вот ты тоже. Я тоже? У тебя тоже багует. Так, МИП, ну чё, двигаемся сами. Тебя, да. Я вижу. Так, смотрите. Собрались. Мастер, подойдите ко мне карту смотреть. МИП, в какую сторону бежать? Я быстренько выдвинусь. Внимание, мы стартуем вот в районе Коровников. Сейчас двигаемся на юго-восток, сообща. И по высотам на перерез. В дальнейшем будем пробиваться на запад, с юго-запада от дороги. Через несколько мостов. В какую сторону сейчас бежать? Сейчас на юго-восток двигаемся. Компаса работаем нет, сообща. У снайпера компаса нет. Никаких по одному, блин, енот. В смысле? А чё, мне с толпой предлагаешь идти? Один снайпер на всех. Михалков. Понял, енот. Пристрелюсь, ты пойдёшь, кричите, кричите. Отделение, собрались, готовы двигаться? Так, первое отделение, давайте. Пулемётные, держитесь где-нибудь. Чё, как, брату понравилось? Арма. СМГ. Ну да, здорово. Кто сухой? Эу. Натим. Всё, идём. Живачки. Каштанка и мастер на рации? Да. Где первое отделение? Если собрались, давайте не знаю. Как первое отделение на юго восток. Давайте быстрее. Давайте. Роняя кал, товарищи, роняя кал.
Нет времени ждать. Угана. Да времени ждать нет, сейчас они угана. Просто захватят эту заправку и будем куковать потом. Ну, хуй захватит, сейчас сюда отделение одно пойдет. Мне в прошлый раз тоже так говорили. Бинокль бей его по морде. Неприятно так стукать может только Шульман. Биноклем. Ракеза таких полномочий нет. Хрен. Нет, спасибо. Нету, но то жрать. Жрать сейчас будет. Тасишь. Че, смотрел на это? Смотрел со мной на прошлой миссии, да? Эй, Даб. Кто мне меня это покает? Даб. Смотрел на меня за мной на прошлой миссии? Как я в хаммер гранаты кидал. Я этого не видел. Это просто эпик. Предыдущая миссия у меня, братец, до конца миссии тоже, у которого я ничего не видел. Он даже ни разу не выстрелил. Без палычи. В конце выстрелил миссии, что ли. Так, чё они сидят? Вот чё они сидят? Какой смысл сидеть здесь? Надо бежать. Какой смысл бежать? Надо идти до рва, блять. Надо быстро очень бежать. Вот, Чешир. Вот, наконец-то Чешир, я нашел Чешир. Человека, который меня понимает. Наконец-то, вот умный человек. Блин, это... Бежать, бежать, бежать. Как первый день на юг тебя. Чё, прям красиво, да? Когда этот генус там было забанить, да, а так всё нормально было. Ну да. Мне больше всего понравилось, как СНГ уганули через взлёт. Ой, это шикарно, это, блядь, это было... Чувак, просто, нигде, просто, блядь. Просто, знаешь, вторая мировая атака, просто, блин. Просто атака такая. Печь со спине, спереди ты обороняющийся стреляет. Ну, просто шикарно было. И главное, самое смешное, что СНГ пошли в атаку, вот он просто, короче, завалил двух их бойцов, блин. Ну, как они шли, блядь, красивые. Так они бы раньше-то пошли-то, чё они тут попёрли, когда горячего нас застрять уже. Ну, это не, просто... Это просто толчок гонял к действиям. По полям. Я так и говорю, Кречик просто гонял по полям, получается. Ну так-то да. Конечно, там не только Креч был, там ваш покорный слуга еще помогал немножечко. Да ты вообще там ни о чем был, с МРПК был. Я стрелял. Да, очень много. Знаешь, вначале я думал, что я не выстрелю даже одного магазина. В итоге я там сколько отстрелял. Знаешь, я фразу это придумал енотик, такую. Посмотри вот перед нами прям. Вот этот холмик наверху. Я смотри, пока нам его надо занять. Да вроде никого, никакого движения нет. Уган. А ты не потерялся? Не знаю. Я бегу. Да, мы вниз не да, потом. А зачем эта баганая карта нужна? Она же баганая. На меня. Это баганая, блядь, где... Так, а куда мы идем дальше? Стоп. До холма, доходим до холма, там привал. Какие привалы! Какие привалы! Сказал. Енот, смотри, высунешься, посмотришь, что там. Хорошо. Так, Ник, мы добежали. Так, давайте на юго-запад, на юго-запад. Енот. Да-да-да. Ты юго-запад, северо-перед. Не говори, у меня компаса нет все равно. Я снайпер, я без компаса, понимаешь? Я очень крутой парень. Я очень полезный. Но я никого пока что не наблюдаю. Сейчас сменю все позиции.
Где эти маслята вот? Так. Вижу масляту, у моста маслята. Слышите? Слышите? Вы где? Да, уже ухитрили. Блин, началось. Они у моста там были, эй. Какой теперь от этого смысл, правда, уже? Где остальные? Секунду, сзади еще кнопку еще один. Ждем, пока сейчас мне подойдет еще. Кто вперед убежал, зачеши? Слышите, я их видел на мосту, они пробегали. Видели тоже их, да? Чё? На мосту, по мосту уже пробежали, они где-то вон там уже. Они где-то вон там уже. За мостом. Справа. Так, мне где-то справа от моста. Справа от моста враг. Там получается целая куча пробегала. К отделению пробегало. Да не отделение, там больше, наверное. Вот на северо-западе. Ну вот тоже сейчас вперед проходим. Мы под мостом сейчас. Так, судя по всему, они уже все перебежали. Чё? Справа было запасно. Армадвашника босса, ну, взорвал гранату под собой. Или типа париться. Тихо. Thank you.
User left your channel. Говорите, что я не убил еще. User left your channel. Ну все, пиздец, они успели захватить уже точку, пока мы там ебали камни, блядь. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Поехавший просто, блядь. Так. Теперь я себя ощущаю немножечко лучше. User left your channel.
User left your channel. User left your channel. Я уже поехал. User left your channel. User left your channel.
User left your channel. В смысле я по нему не попал? Okay. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. Стрелянка ешь.
равно так нечестно. User joined your channel. Да у енота снайпу отжали, блин, да? Нет, Крэч, нет, Крэч живой был. А нас енот разве не снайпер? Почему да, ты давай. В одну каску там бродишь, да, да. А? Потому что я ходил с кем-то, эти кто-то отошли от меня, ничего не сказав, и ну, как-то... Ты... Я их старайся просто с тыла. Работать, блин, в команде, а? А не в одну каску отбиваться. Ну так-то я пытался сначала. Ну, до тех пор, пока это вообще никаких усилий не требует. Пока стрельба не началась, как обычно, банки начинаются все разбегаются. Такая-то командная работа. Вот только повод появился и